Привет всем. Показываю, чем я сейчас занимаюсь. Вышивает моя машинка. Вот такой красивенный дизайн. Я в него влюбилась была. Вот, и решила осуществить свою мечту. Блузочку с такой вышивкой сделать. Это уже у меня... Это у меня уже раз, два, три, четыре, пять. Шестое запяливание. Начиталось на форуме эмбройдери, что вышивать все-таки лучше крестиком на джиномке в маленьких пяльцах. Поэтому вместо больших использую маленькие. Но из-за этого больше стыковок. Вот здесь у меня должно быть 9 запяливаний. Вот, еще здесь будет рисунок вниз. Вот, и самое трудное – это совмещение рисунка. Вот у меня там видно, что совпал рисунок и сверху, и снизу, слегка, чуть-чуть там. Ну, его видно не будет, когда оно с пялец достанешь, но я еще учусь. А надо так сделать, чтобы совершенно не было видны вот эти стыки. Ну, здесь у меня, я не знаю, я уже не вижу, где здесь стыки. Еще оно волнистое от того, что запяливала, еще не гладила. Я буду стирать, потом гладить. Вон еще есть протяжки, которые я не срезала. Вот, в общем, вот такой у меня, такая будет красивая блуза. У меня или дочери, не знаю, кому это будет. Вот. А стыковку я делаю через такой вот предмет. Фу, забыла, как же называется. Вот елки. Вот уж память. Ладно, сейчас покажу цвета. Вот на одно запяливание у меня уходит вот столько цветов. 23. Они все у меня пронумерованные. Я пользуюсь программой на компьютере. У меня стоит Pattern Maker. Вот. И я эти дизайны перевожу в машинную, машинный формат, который читает машина. Но благодаря супер-пупер Яндекс-диску я на компьютере делаю скриншоты. Вот у меня, где здесь у меня есть этот рисунок. А, вот он. Ой, не тот открыла. И этот буду вышивать. Вот он. Вот эта вышивка. Здесь вон снизу палитра цветов. Ну, здесь как бы на более на глаз. А здесь у меня вот есть скриншот еще вот такой, где идут номера цветов. Вот я подобрала все необходимые мне цветы. Цвета, не цветы, а цвета. Вот. Благодаря вот этому скриншоту. И потом у меня есть еще тоже вот такой документ, где каждая часть, вот хуп 1, хуп 2, хуп 3, хуп 4, вот написано Jeff, это формат, в котором я делаю, ну, моя машина читает, хуп 5. И вот я вышиваю сейчас хуп 6. И там вот все цвета, какие мне надо. Вот они у меня все стоят в наборе. Вот следующая, 7-я у меня будет идти там несколько цветов. 8-я и 9-я будет идти тоже несколько цветов. Уже там небольшие. О, вот моя машинка остановилась.
надо менять нитку. У меня, как всегда, музычка звучит. Вот мой Радио Рокс. Приемник стоит под столом, так как ему места на столе нету. Вот так я осваиваю Pattern Maker. Еще не совсем освоила, но усилиями интернет. А вообще-то я осваиваю пробами и ошибками. Я не люблю очень читать много. Вот, всяких рекомендаций. Читаю, конечно, но больше всего запоминается тогда, когда ты сам вот методом тыка, еще проби ошибок, оно потом запоминается очень хорошо. И вот благодаря всему этому вот у меня уже кое-что имеется. Вот, в освоении. Еще скажу несколько слов за Яндекс.Диск. Он Paint заменяет, скриншоты делает, ну, обрезаю я их там, такие, какие они мне надо, документы готовлю, вот документ этот. Ну, в общем, у меня там все хранится. И на ноутбуке, и хранится... Я копирую на Яндекс.Диск. И Яндекс.Диск у меня приложение стоит и на смартфоне, и на планшете. Поэтому у меня уже 2 дня или 3 я не включаю ноутбук. Но вот я на планшете захожу в Яндекс.Диск, и все у меня там есть. Открываю то, что мне надо, рисунки. Скажу еще, что очень влюбилась в крестик, да, ну просто до невозможности, уже мне гладью не хочется вышивать, вот, красивый, очень тоже хочу, такой, это мой, вот этот, это я уже вышивала, это детская вышиваночка, вот тоже, вот ромашки, очень красивые с васильками и маком. О, это документ этот. Вот такая с розами, вот фиалочки. Вот какие розы. Ну, в общем, вот вышиванки. Вот такая еще. Ну, море. Я столько накачала, у меня уже папка. Я не проверяла, сколько там. Но очень много. Уже заполнила ее. Вот так мы творим вместе с машинкой. Я каждый день ее целую, благодарю. Я всегда мечтала, у меня в семье все вышивали, и бабушка, и мама. И я думала, ну, из-за этой работы шитья мне некогда было заниматься. Я думала, что я на пенсии буду заниматься этим. Зрение подводит, плохое зрение. А здесь на машинке все-таки и быстро, и зрение так не портится. И, в общем, ну, эра... 21 век, технологизировано все, поэтому и в вышивке. А почему бы нет? Может, ручная работа и больше ценится. Но мне, в принципе, если так, для обывателя, вот посмотрит на эту блузку, что он поймет, это на машинке или вручную вышито. Вот, ну... А будет красиво, очень красиво. Цвета, правда, подбираю по тем, какие у меня есть. Не все еще есть, хоть у меня уже есть очень много бобин. Но вот мне машина показывает. Менять изменение цвета. ВВ. Скрипка поет. Вот. Изменение цвета. Сейчас я буду менять на следующий. Вот у меня по очереди вот этот цвет, потом этот. И так круговую. Каждое запяливание около 2 часов длится. Вот, немножечко рассказала. Рада вас видеть у себя.
приходите, еще много у меня будет всяких вот, видео на разные темы. Милости просим. Пока-пока-пока.